Сегодня в регионе выпал первый снег. Его еще накануне предвещали областные метеорологи. Связано это с заходом на территорию региона воздушных фронтов. Они принесли с собой незначительное потепление и смешанные осадки. В социальных сетях жители региона с самого утра постят снежные пейзажи. Доброе утро. Вот приехал на пруд у села Юшанское. Идет первый снег. Это в Ульяновской области у нас. Поселок Юшанское, вот приехал на пруд. Какая красота, ребята! В 45 километрах от областного центра снег лишь слегка припорошил землю. В отличие от северной части области, где снежный покров достиг нескольких сантиметров. Однако ни там, ни в областной столице осадки не помешали движению на дорогах. В центре мониторинга дорожной ситуации задействовано 26 камер на областных дорогах, работающих в режиме реального времени. Установлены и введены в эксплуатацию 4 поста с определением метеорологической обстановки на въезде в город Инза, в рабочем поселке Старая Майна, в селе Новая Майна, в селе Верхняя Маза. Небольшой дождь и мокрый снег пройдут в регионе и завтра, 29 октября. Ночь ожидается слабо отрицательная температура. То есть снег будет лежать и замерзать. На дорогах местами ожидается гололедица. Далее завтра днем опять же положительная температура. Снег может подтаивать, но вероятность того, что он стоит совсем, это воскресенье. Северо-западный циклон принесет тепло. 30 октября в регионе ожидаются дожди и плюсовая температура. Снег вернется в область на следующей неделе. Уже в ее начале похолодает. Ночью устойчивый минус. На дорогах образуется гололедица. Гульнара Шарипова, Артем Петров, Дамир Губеев и Алексей Прохоров. Вести, Ульяновск.